Что думают горожане о сносе торговых павильонов и появлении на их месте зоны отдыха, мы узнали на улицах города. Вообще в шоке, закрывают их. Конечно, обязательно. В одном месте все, и очень удобно, центр. А теперь где это все будет? Вот такие, как мы, нас это устраивает вполне, потому что можно типа дешевле купить. Вот я пошла, купила что-то подешевле. Конечно, нужны. Даже в такие магазины кто когда еще пойдет? Это едешь по пути и всегда. Я вот приеду сюда за продуктами, и здесь мне даже по мелочи мне здесь что-то нужно купить. Я покупаю сыну и рубашки, и брюки. Все абсолютно. Я считаю, нужны. Это часть нашей истории Саратова. Они тут были очень много-много лет. И то, что хотят сделать сквер, это, как сказать, вроде бы хорошо, да? Но у нас улицы все выкосили. Где по Московской в год защиты окружающей среды выкосили всю Московскую. Вокруг, посмотрите, вот за 10 лет сколько тысяч деревьев было снесено. Озелените сначала улицы, а потом уже вот добирайтесь до таких мест. Сквер у нас рядом, и там я бы не сказала, что толпа народу, что он очень переполнен. Все там нормально. Всем хватает. Никто туда не ломится.